Поделитесь, как научиться ездить на большой скорости больше 100 км в час, при этом чувствовать себя уверенно, плавно объезжать препятствия и входить в повороты. Друзья, это только опыт. Понимаете, то, что вы смотрите на более опытных водителей, когда вы едете, скажем, пассажирами, да, либо когда вы смотрите кино, конечно же, если вы себя чувствуете неуверенно, вы так вздыхаете, когда же я так буду ездить? И для вас это как будто пик профессионализма, да, это далеко не так. И для чего это, да? Это 100 км в час, но это уже как бы максимальная, скажем, скорость. Если, конечно, вы едете по какому-то прям идеальному платнику, лету, у вас отличная резина, не перегружена машина, вот все условия соблюдены, и у вас там вот с Москвы на Питер едешь 130, да, там 130-140 люди ездят, одно дело. Поэтому здесь сначала нужно научиться себя относительно уверенно чувствовать, когда ваша скорость 70, скорость автомобиля 80, плюс-минус, да, ну 90, чтобы вы уже относительно расслаблены руки были, чтобы вы умели смотреть вдаль, контролировали. Все с опытом. Не надо стремиться сразу. То есть вы пытаетесь залезть на гору, да, будем считать, что пик горы это максимальное такое мастерство, да, чем выше гора. И вы пытаетесь вот сразу бац полкилометра туда. Нет, так не получится. Нужно потихонечку туда карабкаться. По маленькому шагу.